наша работа, камень декоративный, выглядит так. Здесь был камень грязный, мы его очистили. Вот такое вот помещение сделали. На полу кварц и нил. Потолки утепленные. Здесь вообще все утепленное под фасад. Здесь все сделано. Здесь сделано как уличное, уличное помещение. Окно вот в этой части, оно утепленное. И сделали такие арки, сделали вставки. Здесь был весь кирпич, здесь везде кирпич был. Вот, мы, значит, колоннами отштукатурили и вот ту часть тоже сделали. Там бетон, соединение с улицей, утеплили его. Здесь тоже не отопленное помещение, утеплили, сеткой сделали. Это блок, он теплый, улица граничит с той дверью. Дверь тоже теплая. Вот такое вот помещение. Дизайн, кварц и нил, дизайн придуманы сами.